Всем привет! Вы на канале Семейная Кухня, и сегодня мы будем готовить профитроли с вареной сгущенкой. Это супер просто. Если вы думаете, что у вас не получится, то это обязательно у вас получится. Итак, поехали. И ингредиенты, которые я буду использовать, я напишу под видео в описании. Заливаем сюда молоко с водой. Добавляем соль, сахар. И масло. Все это доводим до кипения и снимаем с огня. Смесь наша закипела. Всыпаем сюда муку. Размешиваем деревянной палочкой. У вас должно получиться вот такое тесто. Теперь тесто ставим на огонь, чтобы его немножечко подсушить. Тесто переложим в миску. Чтобы оно немножко остыло. Тесто наше остыло. Его уже можно трогать руками, но оно такое тепленькое. И теперь сюда вливаем по одному яйцу и перемешиваем. Вот такое готовое тесто по итогу у вас должно получиться. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем наши профитроли. Я формировала профитроли с помощью 2 чайных ложечек, смачивая их непосредственно в воде. Если у вас есть кондитерский мешочек, вы можете делать это им. Но для меня так было попроще и легче. И еще один такой важный момент. Приминайте хвостики у профитролей, иначе они подгорят. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем профитроли 15-20 минут. Резать я ничего не стала напополам, потому что у меня снизу получились небольшие выемки, и туда я сложила вареную сгущенку. И так я начинила все профитроли. Если вы хоть раз делаете домашние профитроли, вы больше покупные просто не захотите. Всем приятного чаепития!